Привет, друзья. Эту картину я хочу закончить скоро. Там очень сложное в чем? Это размечтался моя старая картина. Я ее все время переделываю, вечно переделываю, потому что мне надо одновременно, как я лежал, когда был маленький, на травке, смотрел на солнышко, мечтал, что надо быстрее вырасти, что жизнь впереди большая такая. И одновременно лежу на диване. Совместить вот это. И причем лицо должно быть такое, размечтался, задумался, созерцательное такое. Ну, нулевое состояние такое. Когда мысли текут, тоже как облака, ничего, ты не задевая. Но это же и нулевое состояние, или нейтральное состояние, или состояние свободного сознания, как я называю это разными такими названиями, которое лежит там в глубине мозга функционально при переключении агрегатных состояний мозга, как нейтральное положение в коробке передачи автомобиля. Мы говорили о том, я рассказывал, что задержать по времени это состояние, и будет тебе нирвана. А если это состояние в какой-то деятельности включить, то ты погружаешься в деятельность быстрее и можешь потом сказать, что моей рукой рисовал как Бог. Потому что эго уходит. Да, страх за ошибку, и возникает ощущение такое, когда тебе сама природа помогает, сама Вселенная помогает. И вот я, когда это написал и рассказывал о том, что за состояние такое, когда ты такое светлое, такое прекрасное, всеобъемлющее, всепроникающее, ну, в отличие от состояния, когда плохо, когда эго, когда страх, комплексы, стереотипы, ну и прочее-прочее, вот противостояние такое. И вот, когда я говорил о том, об этом светлом, об этом безвремении, безмятежности, где нет суеты, бесконечности, бестелесности, ну, мне там же вот комменты писали, и я сейчас сел специально для того, чтобы сказать все благодарности своей, потому что я не ожидал, честно говоря, что так сразу все поймут, о чем я говорю. Ну, ей-богу, ну так вот, ну это же настолько интимно у человека. И вдруг столько комментов сразу определили, о чем я говорю. Вот это здорово, да? И я благодарность по первому комменту, потому что в первом комменте было написано, сейчас я вам скажу, это очень важно, Соня Шанти, если я правильно читаю, что в момент, когда нам плохо, мы невольно обращаемся к Высшему, как бы за помощью, а когда нам очень хорошо, с благодарностью. Ну да. Я вот вспомнил свое стихотворение, которое у меня было написано через много лет после того, как я испытал именно вот это плохое. То есть такой мощный кризис у меня был, такое, ну прямо голова в час разлетится. Я потом когда-нибудь еще раз вам расскажу об этом. Но в этот момент я столкнулся с нечто, короче говоря, меня прижало, повалило на пол и держало, пока я не перестал дергаться. И отпустило, и вмиг исчезло. Но после этого, через много лет, я боялся это вспоминать, потом вспоминал, по кусочку складывал, и через много лет написал стихотворение, которое сейчас прочитаю, и картину написал. Картина «Поющие над Вселенной». Тоже еще раз покажу, в следующий раз я ее как-то показывал. А стихотворение такое написал. «Меня пронзила бесконечность. Разумность жизни беспредельность. Во всякой точке постоянная и никогда не проявляемая. И только здесь момент мой рваный меня сковала и держала, чтоб мог я уцелеть, открыв мне все, что не должно было открыть, и вмиг исчезла со всем своим мироизданием, во мне оставив вечный след, мне вечно размышлять о том, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким, и вечно понимать, что в тайну не раскрыть и в диалог не дотянуться». Вот такое стихотворение. Я очень благодарен вам за комменты. И в следующий раз я вам хочу рассказать о том, что все-таки на самом деле я-то по воспитанию своему атеист,
ну, по сути, по природной, глубоко религиозный человек получается, но верю не в того Бога формального, как личность там или еще как-то, а именно в это вот безвремение, бестелесность, безыменность, бесконечность, да, которая у нас возникает либо на пике вот такого стресса мощного, либо на пике полного расслабления. Вот это нирвана, вот это состояние самадхи, вот это состояние у суфистов есть фана, слияние с Богом. Но вот это состояние, оно внутри нас и везде. По мне, как человеку науки, это закон природы. Да, ну вот так вот. А вся природа взаимосвязана, и поэтому в моем подсознании всколыхнулось. Это как отражение законов природы, я так думаю. И это очень интересно, потому что на самом деле именно вот это нечто бесконечное, то монополизировали некоторые люди, присвоили себе, да, стали между этим нечто и конкретным человеком, и стали им управлять. Хотите спастись? Идите за нами. Ну да, так же и секты создаются, так и религии создавались, так же много чего происходило. Это самое, что лежит вне и внутри нас. Это для меня, как человека науки, это природа. Природа, Вселенная. Ну, как вы поняли, я написал эти стихи, я же их не списал откуда-то. Значит, я тоже в глубине своей, когда мне плохо, как-то невольно обращаюсь, как и каждый из нас, к нечто высшему, и когда очень хорошо, готов поблагодарить, говорит, спасибо, Боже, за то, что ты меня наградил этим. Спасибо, друзья. До встречи.